надо посмотреть ценники в местной валюте на продукцию. Допустим, Sony, iPad'ы есть. Так, Beats'ы, GoPro, Zelman из смартфонов Huawei и Samsung, естественно. Так, а Xiaomi что-то не видать. Давайте посмотрим. Huawei самый топовый какой-то. P300 вот Pro. Чтобы получить сумму в рублях, умножить на 2,16. Чтобы получить в долларах, поделить на 30. Здесь то же самое. Huawei 5T. Huawei U9. Чтобы получить в рублях, умножайте на 2,16. Чтобы в долларах на 30 поделить.